Да. Добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня на встречу с общественностью города Карачаевска прибыл наш главнокомандующий сухопутными войсками, заместитель министра обороны СССР с 91 по 96 годы, первый президент Карачаево-Черкесской республики Владимир Магомедович Семенов. Руководитель администрации главы Карачаево-Черкесской республики и правительства Карачаево-Черкесской республики Эльдар Белялович Салпагаров. Мэр Карачаевского городского округа Султан Хусеевич Семенов. Я не знаю, вот в каком формате. Свободно, значит, тогда слово вам, Владимир Магомедович. Добрый день. Прежде всего я хочу поблагодарить тех, кто пришел на эту встречу. Я не имею никаких ни политических, ни чисто, значит, таких человеческих каких-то планов на встрече, на нашей встрече. Просто я выполняю поручение министра обороны, так как я являюсь главным инспектором Министерства обороны в преддверии событий 4 марта. Значит, посетил здесь у вас, дислоцируется новое воинское соединение, это 34-я бригада горная, сторожевой. Вот я оттуда приехал, посмотрел эту бригаду, поговорил с офицерами, с солдатами, членами семей, посмотрел эту бригаду. Пользуясь возможностью, что я посетил Карачаево-Черкесию, я не мог не встретиться с народом и просто не поговорить, и не выразить им признательность и благодарность свою, чисто человеческую, не имея никаких абсолютно замыслов и прочее. Первое, что я хотел бы сказать, что мне очень приятно, что народ живет, выживает, живет, как угодно можно назвать. Во всяком случае, мы проехали, посмотрели. Там, где много скота, я говорю, это точно карачаевцы живут. Там, где ничего нет, там никого нет. Поэтому народ трудолюбивый, я всегда говорил, карачаевский народ — это прежде всего очень наивный народ, который всем верит. Во-вторых, очень трудолюбивый народ, который трудится и благодаря этому выживает. Я вспоминаю случай, прилетел в Петропавловск-Камчатский, это, по-моему, 92-й год или первый, не помню. С самолета выхожу, там я проводил мероприятие, и стоят две наших женщины в платках пуховых и спорят что-то на карачаевском языке. Одна говорит, надо ехать туда, а другая говорит, да нет, надо сюда ехать. Я подхожу, говорю, вы что здесь делаете? Они говорят, посмотрели на меня, ты, говорит, кто? Я говорю, вот я Семенов. Такой. Я говорю, у нас есть один Семенов. Ну, наверное, я это Семенов. Я говорю, а что вы спорите? Мы, говорит, приехали продавать вещи. Я ей говорю, давай на север поедем. Она говорит, что туда ехать, вот здесь давай будем продавать. То есть наш народ даже на Северный полюс поедет.
Вот. Ну, что я хочу сказать. Я не хочу никого агитировать. Было бы просто неправильно, если бы я тут выступал и агитировал за кого-то в преддверии выборов президента. Единственное, я могу сказать свое личное отношение как человека, как гражданина, вот, который, во-первых, немножко разбирается в том, что происходит в стране и вокруг страны. И поэтому имею на этот счет личное мнение. Вот, я лично считаю, что сегодня мы просто обязаны думать о нашей стране, о будущем нашей страны, как она будет дальше развиваться, также тонуть в этом хаосе коррупции, сдаимства, взяточничества, или же будет очищаться и идти дальше вперед. Вот. Поэтому нужен стране человек, который имеет опыт, имеет волю, имеет признание, имеет, главное, сердцевину. Человека, который способен решать и иметь политическую волю, этот счет. Много можно сегодня нареканий высказать в адрес тех людей, которые на протяжении вот десятилетия выводили Россию из того тупика. Можно много назвать недостатков. Вот. Но самое главное, можно сегодня с уверенностью сказать, что Россия сегодня становится самодостаточной страной. Нужно заметить, что Россия не имеет сегодня друзей таких, с которыми могла она идти вперед. Ну, за исключением, может быть, вот Белоруссии. Да? Поэтому надеяться России нужно только на себя и на свою армию. Как помните, говорил Александр III, что у России нет друзей, кроме армии и флота. Вот, поэтому вот я как бы, выполняя просьбу или поручение, посетил сегодня бригаду 34-ю. Это уникальная бригада, которой мы о таких вещах мы могли мечтать только, люди военные, которые обеспечены полностью всем необходимым. Если кто там бывал, наверное, знает, кто-то, наверное, участвовал в строительстве там, что там построено, что там сделано. Сегодня президент уделяет очень большое значение оснащению вооруженных сил, денежному удовольствию, поднимается престиж, так как сегодня для того, чтобы обеспечить безопасность страны, необходимы серьезные, мощные, профессиональные вооруженные силы. Так вот, говоря об этом, я хочу сказать мое личное мнение, или личное отношение, что я, например, лично говорю, что я буду голосовать только за одного человека. Вот, за Владимира Владимировича Путина. Я что-то говорю, потому что много сегодня нареканий, много сегодня всяких публикаций, особенно в интернете, особенно в средствах массовой информации, появляются митинги согласных, несогласных, за честные выборы, нечестные выборы. Ну, Карачаева Черкесия очень хорошо на своей шкуре испытала, что такое честные выборы. Этого не должно быть. Этому нужно закончить с этим позором. Поэтому не случайно. И Владимир Владимирович Путин прекрасно понимает. Если народ считает нужным быть достойным, значит, он должен избрать того человека, которого считает нужным. А то, что у нас в республике, это не секрет. Я вам скажу, я еще и раньше говорил, что республика занимает первое место в Советском Союзе, в России по черному пиару. В этом мы мастаки. На другое дело, может быть, не мастаки, а на этом мастаки. Да. Поэтому те движения, которые сегодня происходят, да, есть, конечно, там справедливые вещи. Но очень много вокруг этих справедливых вещей накручено всего того, что разрушает сегодня наше и сознание, и многое другое. А самое главное, подрывает веру наших людей, справедливость какую-то. Вокруг этого очень много всяких спекуляций. Очень много спекуляций. Я вам прямо скажу, не случайно
Запад и особенно Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы к власти приходили такие люди, как Путин. Почему? Потому что человек имеет свое мнение, человек отстаивает интересы России, и человек, который знает, что он делает, и не идет на поводу. Они же такие люди не нужны. Многие скажут, да, вот он столько лет был у власти, да, он почему не сделал, не покончил с коррупцией, да, почему там то. Много. Вот. Но сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия сегодня, возврата к прошлому нет, она идет вперед. Что Россия сегодня, это не та, которая была раньше. Сегодня народ уже не тот, который был раньше. Сегодня народ прекрасно понимает, что обманывать его дальше нельзя, что врать больше народу нельзя, что травить этот народ дальше нельзя, что наводить порядок в стране крайне необходимо. Поэтому у руля должен стоять человек жесткий, уверенный, имеющий опыт и знающий, что делать. Вот я приводил пример и привожу пример, значит, Генри Киссинджера, который опубликовал статью в лондонской газете, ее некоторые перепечатали у нас. Статья, где он рисует перспективы политики Соединенных Штатов Америки. Это бывший госсекретарь США. Такие люди не говорят от себя и не высказывают свое личное мнение. Это люди высказывают мнение элиты, общества и тех людей, которые являются за кулисьем. Вот, в частности, им было сказано о том, что Соединенные Штаты Америки и военные Соединенные Штаты Америки должны покончить и прибрать к рукам всем арабских стран. Вот сегодня идет все к этому. Вот осталось две страны, это Сирия и Иран. Вы видите, что делается с Сирией, что делается с Ираном. И он четко и ясно говорит, Израиль должен решить эту проблему, а мы ему поможем. Завершением этих задач войны в Иране мы забьем гвоздь в гроб России и Китая. Это высказывает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Это говорит о чем? О том, что как бы мы сегодня не пытались как бы, значит, строить политику в кильватере того, что сегодня говорят многие политики, западные, американские, вот у нас наступила тут и, значит, перезагрузка, как называть, помните это? Выключатель включили, они там красный. Перезагрузка пошла. Как бы они ни говорили об этой перезагрузке, мы видим, что творится в мире. Последнее это Ливия. Сегодня Сирия. До этого был Египет. Проходили Ирак. Дальше Иран. Поэтому в этих условиях, конечно, Россия должна быть, во-первых, самодостаточной страной. Страной, которая сегодня может противопоставлять себя тем ухищрениям и устремлениям Соединенных Штатов Америки. Это говоря о геополитике. Если говорить о внутренней политике России, то вы посмотрите, сколько делается сегодня для того, чтобы все-таки народ наш немножко расправлял крылья, чтобы появлялся средний класс, который мог бы работать. Вот я говорю, мы едем, смотрим, сколько скота. Но этот скот находится в тех брошенных кошарах, да, которые прогнили, же полоболились. Надо же помочь этому человеку, который работает. Помогите. А кто должен помочь? Помочь должны банки, помочь должна администрация. Чем она должна помочь? Ну помогите ему, не травите их, не дерите с них шкуру. Дайте им кредит нормальный. Половину сами дадут. А? Дают, половину сами забирают. Вот я про это и говорю. Дайте ему нормальный кредит. Не 18-20%, а дайте ему 4-5% кредит. Да, дайте ему государственную помощь за то, что он сдает, будет, куда ему сдавать молоко, куда ему сдавать мясо. Мы об этом с вами раньше говорили. Вот. И, конечно, он будет работать еще лучше, и на ноги встанет, и других поднимет. В этом наше будущее, и как бы в этом сегодня Карачаево-Черкесии единственный путь поднять вот людей, которые сегодня могут. Они не просто приехали с Таджикистана, которые вот мы ехали
Донбай, дорогу с Таджикистана, там уже и здесь даже Таджикистана. Нам не нужно с Таджикистана сюда. Тут у нас свои люди, которые способны все делать. Все делать. Поэтому что я хочу сказать? Я большим вниманием слежу, что делается в республике. Мне неприятно, когда слышу, вот там что-то случилось, вот там то, вот там все. Конечно, неприятно. И мне говорят, вот там у вас то, вот там у вас там все происходит. Посмотрели мы сегодня Донбай, что там творится. Ну, мое личное мнение, я не критикую, я просто говорю. Будущего нет у этого Донбая, прямо скажу. Будущего нет. Вот еще в то время, когда я был, мы первое, что хотели сделать, построить очистные сооружения в Донбае и в Темирде. Прошло уже сколько лет? 9 лет. Очистные сооружения не работают. Все вываливается в реку. А люди, все населенные пункты по Кубани, водозабор идет оттуда. Пьют. Я удивляюсь, почему еще холеры здесь нет и чумы. А? Вот, понимаете? Поэтому что, конечно, здесь нужно очень много работы и для того, чтобы навести элементарный порядок. Но я попросил... Кто работает, тем не дают работу. Как вы так, сами так, 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 хотите сказать? Скажите. Давайте так, не превращаем базар в нашу встречу. Я никого не обязывал. Я сказал, если хотят прийти на встречу, пусть придут люди. Сказал главе вашего республики, сказал, если вы не возражаете, если хотят люди встретиться, я готов с ними встретиться. Вот приехал глава администрации, вот, посчитали, что необходимость такая есть, тем более я не собираюсь тут ни агитировать, ни чего-то там призывать к митингам каким-то, нет. Так, женщины, у нас движущая сила в республике, я знаю. Если этих женщин вооружить серьезно идеями, дать им руки... хороший кнут, они мужчин заставят идти правильной дорогой. Но их нельзя выпускать. Выпускать и волю особой, вы извините меня, давать нельзя вам. Поэтому я готов ответить вам на вопросы. Я высказал свое личное отношение к тем событиям, которые происходят у нас в стране и будут происходить, мое личное. А там, как вы сами решите. Я не имею никаких официальных на этот счет поручений. Вот, это моя личная инициатива. Встретиться, еще раз подчеркиваю. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста. Я рад видеть многих своих близких, знакомых, родных, которые во все времена, значит, тяжелые вместе стояли. Вот. Я помню те времена, когда народ наш шел пешком на площадь, отстаивая интересы своего народа 99-го года, вы помните? Я помню женщин, которые сидели на жаре у МВД республики. Я их умолял, просил, значит, упрашивал уйти оттуда. Это народ, который способен на многие хорошие подвиги во имя единства народа, во имя благосостояния народа. Поэтому я большое спасибо вам говорю. Что не приезжал сюда, мне говорят, вот ты не приезжаешь, много всяких хапар уходит. Ты, говорит, спился, ты там, то, все туда. Я не спился. Я ничего не сделал такого плохого в этой жизни. Вот. Занимался делом по своему усмотрению. Человек я вольный. Вот. Ну, правда, состою вот в группе генеральных инспекторов, отдельные поручения выполняю. Вот. Ни с кем не развелся, ни с кем не свелся. Так что живу в своей семье, растет у меня сын, все нормально, все прекрасно. Вот, жив-здоров пока. Там, как даст Всевышний. Вот так. Все. А нам без вас плохо было здесь. Почаще встречаться надо. Так, хорошо. Я, если есть вопросы, пожалуйста, я готов ответить на любые вопросы. Вот. Так и не касается всяких там нюансов, не надо, не натравливайте меня. А вот то, что есть какие-то у вас эти, готов я выслушать,
Пожалуйста. Владимир Владимирович, а сейчас, пользуясь случаем, огромная благодарность вам от имени ветеранов города, что вы пришли на встречу. Спасибо вам. Спасибо. Его сразу не узнаешь, отрастил бороду и усы. Ну, стареем. Стареем, Владимир Безяевич, мой старый друг.